Это СВР да, ПГшки, как с антенной. Да, да, а какая частота? Проверка. Да. Они на маркерах. О, я чё, конечно, не смотрю. Что, под нас сон, я слышу. А то и нету. Мужики, слышно? Так, 92. Не так, слышно. Так, форпан качественный, там слышит. Смотри, выглядит нормально. Если просто проверка. Южное солнце, да, распродаж. Самый, блядь, багаж, короче. Нет, как это велосипед? Велосипед, кроме... Сейчас я себе кое-что настрою. Так, я побыстрее. Слышно? Значит, смотрим, что есть. Что это за... Пацаны, если что, гранатомет здесь. А ты куда? Меня выкидывает почему-то. Почему тебя выкидывает? А без объяснения причины. Просто выкидывает и все. Так, набирайте, короче, гранаты пока. Меня слышно, прием? Точно. Гранатомет. Набирайте гранаты. Проверка, прием. Точно, прием. Так, значит, Митяй на канале. Митяй, прием. Так, точно, на канале. РПГ возьми. Прием. На Паш, рация не работает. У кого рация не работает? Так, грузимся. Батаны, на ум рация. На полу лежит, блин. Возле БТРа. Экипаж занимает это место в БТРе? Да. Блин, вот это крутой старик, смотри, какие крутые скины, да? Старик, у тебя так, желтые штаб, очки. Так, штаб, это АЭС, мы на канале, прием. Слышно. Нормально. Прием, технику грузится? Да. В машине. Не-не-не, у меня отлично было. Помягче. У меня отлично. Так, быстрее, 3 минуты спрячь осталось. Да. Митяй, спрячь. РПГ спрячь. Все грузимся. А у меня чудачка. Все. Так, в машине. Постман, почему ты еще не в машине? Слышь, я говорю, не слышь? Работает. На У. Г русская. Поставь на крик. То есть у нас нету плохо стрелка, слышу, да, в батарее? Слышишь меня? Как нет? Пускай командир будет сразу стрелком. Отлично. Меня кран не слышит. У нас постмана нету, понимаешь, в чем дело? Встретил. Да блин, я не знаю, отделение какое-то вообще разорванное получается. Водитель, ты можешь пересаживаться одновременно на стрелка сразу? Стараюсь. Нет, ты вот можешь пересаживаться изнутри техники? А, пересаживаться внутри техники, да, могу. Ну и все. Катар, можешь на командира сесть. Так, сейчас сяду. Так, всем привет, уважаемые подписчики, это Solid. Сегодня вторник. Какое число? Какое число сегодня? 18, по-моему. Охренеть. Значит, всех я вас поздравляю. Постман, проверка что... связи. Так, вышел. Постман, быстро на стрелка. Значит, всех я вас поздравляю с тем, есть, что Крым стал частью Российской Федерации. Дмитрий. Да. Это серьезные игры на Тушино. Значит, Арма 3. Карта для меня новая, я в нее ни разу не играл. Перещелкни еще раз. Смотри, задача следующая. Стартуем мы здесь. Нам надо захватить вот эти две точки. Посмотрим, если что, будешь там координировать, потому что у меня GPS не работает на место водителя. Форсировать реку и с южной стороны, точнее, слышишь, западной относительно точки, продвигаться на восток. Бля, ладно, доберемся. Тут же в колонии, да, двигаться? Да, все, молчи.
Да двигайся как угодно, лишь бы блин, столкновений не было. Нет, это как антенна. Вот, ебан. Пожалуйста, это вот видео. Это я тебя обязательно найду. Сэм, а ау. Сейчас кто-то доукается. Эгегей. Закидаем их. Кто бойтер хочет пользоваться? СЛД, я знаю, ты хочешь. По башке. Как хорошо, так, что антигейский загон. Так, напоминаю еще раз. Филин и Митяй Дозор. Подождать, пусть проедут. Сварок и Чили, пулемет на расчет, Заур, Механ, расчет РПГ. Расчет РПГ, да, ваша спасибо, задача Серега. Оборонять БТР. Лох, только, если чё, после форсирования реки, то есть вы идете сзади, сзади. Михан на месте водителя БТРа. Поехали. War begin, war begin. Go, go, go. А не задави никого. У меня да. Стрикс разбит. Кого лицо замуж? Михан, ты ДВХ врубил? Кирилл. Нет. Кирилл. Вылетел из мышек как-то. Да, есть же ПС, ты не посмотрел? Да, есть. Все, отлично. Так, стрелок, блин, БТР на связи. А, все, остановился БТР. У тебя есть этот тепловизор? Никак нет. Отлично. Почему у меня волосатые руки? Для красоты сейчас сделаем кое-что. Так вот. Так, после высадки двигаемся с южной стороны дороги, то бишь с правой, в направлении запад до перекрестка. ДВ есть кто вообще? АС на ДВ. 2-1 на ДВ. Это просто тишина такая, вот и проверил. Так это же хорошо. Так, внимание всем, никто не отходит, приближаемся к точке высадки. Водитель, ты чё, пьяный, что ли, или это лаги? Да, лагает жестоко. Союзные войска наблюдает кто-нибудь? Так, внимание, приготовились к высадке. Машина, стоп. Высадка. Так, быстро на южную часть. Двигаемся в направлении восток. БТР вдоль дороги до перекрестка. Занять позицию, смотреть юг. Так, дозорная группа. Давай до перекрестка тоже. Я догоню. Кому сказал? Понимаю, там у врага тоже есть. С
Оля, это та коробочка. Но на этой позиции перекрестки ни хера не видно, зато макушки. Сейчас, сейчас, жди нас. Фирин, Митяй, какого черта вы не, блин, не на КВ? На КВ. Митяй на КВ. А Фирин? Фирин на КВ, двинулись. Ну принято. Подходим к перекрестку. Перекрестки с союзные войска. Я принял, давай на юг теперь. На юг вдоль дороги. Так, расстояние, дистанцию держите. Какого черта гранатометные расчеты? А, нет, это... Все, принял, принял. Я перепутал, просто сам виноват. Давайте бегом, какого черта вы еле плететесь там? Пулеметный расчет, правильно, держи дистанцию, все хорошо. Так, дозор, вам задача выдвинуться на берег, осмотреть... значит, противоположную сторону реки на наличие противника. Пулемет на расчет сделать то же самое, только подойти к зданиям ближайшим, вот на юге, на холме который. Значит, гранатометный расчет, бывший гранатометный расчет, правда, выдвигается вместе с нашим БТРом на юг также. Мучачи-то на связи. Дозор, противника наблюдаете? Нормально? Так, нет, берег чист. Так, внимание, дозор, переплывайте на берег. На противоположную сторону. Пулеметный расчет, задача прикрыть гранатомет. Принято. Вы должны видеть их, вы должны их видеть. Прием. 2 ВП-1, Лак. Да, прием. А если можете отработать, делайте. А если ваш БТР наблюдает врага, убивайте его, не отпускайте. Принято. Да там противник на востоке далеко. Вы переплываете прием? Да, конечно, по одному сейчас. Да нахрен по одному, там нету на противоположной стороне противник. Можно как-нибудь дальность увеличить? Никак нет. Что сделаю, да и все. Так, Митяй на противоположном берегу. Соли, ну что вы там переправляетесь? Да-да, уже переправились почти. 2-1, переправа закончена. Так, дозор, отметьте себя на карте. Пулемет на расчет, начать переправу. Ребят, выиграйте, американцев отделение спецназа как раз ягоды малины из лесов вернется к вам. Так, БТР тоже переправляйся. Приняли вас, выдвигаемся. Фирин переправился на метку, обновили все. Принял. Так, дозор, значит,
спуститься на юг до кромки леса, наблюдать юг. Или. Замечай на 180. Пулеметный расчет перебыл. Принял. Перебыл. Так, гранатометный расчет постоянно наблюдать тыл, тыл. Тыл БТРа нашего. Наш БТР, я так понимаю, справа идет. Правый, да? Да. Так, все, пока сейчас здесь останавливаемся. Альфа 2-2 на связь. Но он не врубается. На связи. Че вы контакты не уничтожили? Так, Филин, ответ тебе принято. У нас контактов не было. Так, отделение, двигаемся в направлении... В плане на 2-2. 160 примерно. Вы говорили, у вас там... Кроме Филина, Филин стоит на месте. Вы его убили? БТР шуганул, они исчезли. Коробочка стоит? Коробочка двигается вместе с нами до кромки леса. Принял до вас. До противоположной кромки леса. Ну, чача, чё у вас, как дела там? Метки больше их не наблюдаем. Мы закрепились в порту, нам переправляться? Никак нет, прикрывайте пока наше передвижение, потом будет переправляться. Так, все, отделение, стоп. Сейчас, 31-й, как у вас там дела? Метка актуальная стоит. Так, сейчас задача всему отделению двигаться вдоль леса, вдоль. В принципе, не понимаем, по правой его стороне, то бишь на восток. Нам все это пешкодрамы. Значит, дозор вперед, по кромке леса. По кромке вот этого леса вперед на восток. До метки Solid 3. Пулеметный расчет не теряет из зоны видимости. Дозор. БТР на подходе за нами. Приняли. Митяй, давай вперед меня. 2-1, вы на связи. Канале. Так, давайте продвигайтесь на вашу 2. Да, где у вас БТР стоит, продвигайтесь сюда. А принято, мы выдвинемся. А, Солид, можешь меточку на себя? Сейчас, мы находимся в движении, скоро обновлю. Все, окей. Мучача, Альфа, 1-2, давайте переправляйтесь. Принято. Значит, дозор, как будешь заходить до точки, окажешься Альфа, 2-2, прикрывайте. Доложишь и остановишь всю группу, чтобы до тебя все не дошли, чтобы не кучковались. Принято. Стоп, ответьте, 2-1. Альфа 2-1 достигла своей точки, поставили метку.
Повтор на метке 2, идем на метку 3. Принято, Альфа 2-1, ожидайте команд. Как будете принято, на третьих ожидаем. Доложить? Позор, прием, потерял вас из виду, азимут, уточните. Метки 3. Вас прием. Метки 3 закрепились. Принято, закрепились. Так, пулеметный расчет, если вы потерялись, двигайтесь на юго-восток. Вдоль кромки леса, вдоль кромки леса. Стоп, прием. Так, пулеметный расчет, вы наблюдаете дозор? Никак нет, прием. Альфа, 1-2, вы переплываете? А вы двигаетесь? Никак нет, отстреливали. Так, точно. Стоп, прием. А, блин, никогда вы успели их потерять из виду, вашу мать. Первый в километре от нашей метки. Давайте в темпе. Так, вижу Альфа, вас. 1-2, давайте там защищать контакты свои и давайте переплывать. Пулеметный расчет, я не знаю, кого вы делись. Мы на месте все. Альфа 2-2, как у вас там дела? Вот Альфа 2-2, бойцы проверяют лес, потом переправятся остальные. Все, окей. Пока можете не торопиться особо. Да-да-да, я понял. Я вот не подумал раньше. Вот, прием. Все, закрепись. Больше из виду не терять. Так, БТР, стой, где стоишь. Зорная группа, уточняйте азимут, прием, когда начинаете движение. Так, Фирин, на связи? На связи. Выдвигайся на юг в точку дозор. Движение на азимут 150. Пулемет на расчет, смотри, куда они идут, потом за ним пойдешь. Альфа 2-1, метчик у на вас обновил, куда будете выдвигаться, по команде пойдете туда. А, 2-1, приказ принят. Принято, ожидайте. БТР на точку красный, Фирин, давай перемещайся. Стоп, повторите, нам уже выдвигаться или ожидать еще? Ждите, ждите. Сейчас, давай вперед. Отсюда будешь наблюдать восток. Это я БТРу говорю. Дозор на метке. Принято. Пулемет на расчет. К дозору выдвигайся. Твою мать, ты что, не забыл, что ли, его уже? Я же сказал! Ты куда пошел? А, Альфа, 1-2, меточки на себя. Правильно. Ты что, не видел, куда они побежали, что ли? Ну, ё-моё вас. Зиму 150. О! Так, дозор, отправляйтесь на юг. Значит, обсмотреть этот лес. К вам скоро выдвинутся все остальные силы. Альфа 2-1, чё у вас там? И по левой части. Так, БТР за мной. На юг, за мной. Принято. Прям. Так, Солид, давай на свою метку выдвигайся. Принял. Сейчас мы тут юг посмотрим. Все, отлично. Давай тогда так. Альфа 1-2, выдвигайтесь на 2-1. Вами часть закрепляемся. Нет. Принял. Пойдете тоже. Так, БТР, едешь на край леса на 100.
Там закрепляешься и смотришь на восток. Отличная позиция. Спецназ, как у вас дела? Двигаем. Дозор, скрепились на метке Фидж. Желательно, БТР, желательно ближе к краю карт. Принято. Да, в этом лесу, я так понимаю, никого нет? Метров 500, и мы на первой твоей метке. Окей, бегите сразу на соли 2 метра. Так, вы видите, короче, БТР, точнее, слышите? Да, за пригорком. Пулемет на расчет, вы слышите? Так точно. Давайте, направляйтесь в сторону БТРа. Альфа, 1-2. Оттуда мы будем там идти на восток. Работать. Меточки на себя можно? Да, сейчас обновлюсь. Да, в лесу. Это всему отделению? Рядом с нашей точкой 45 противников нарушено. Так. Блин, я чё... Ну ладно. Продвигаться за БТРом? Не-не-не-не-не-не-не-не. Будьте рядом со мной здесь, я же тут есть, рядом. Принято. Так, БТР, твоя задача, мы сейчас будем смещаться на восток, Твоя задача нас крыть, понял? Смотри там, лес. Вижу тело какое-то. Так, Альфа, 2-1, 1-2, я вам проставил примерный маршрут. Будьте 63, ему где-то вон, около сломанного дерева лежит, за елкой. Еще сзади у него этот... Солик, как у тебя дела? Смотрит в нашу сторону. Сейчас. Нет, все хорошо, потерь нет, контакта нет, мы на кромке карты на юге. Там, по идее, не должно быть наших. Вроде как видим противника на востоке. Примерно на метке Solid 5. Примерно на метке Solid 5 противник. Давайте, ребятки, огонь открывайте, БТР там, скоординируйтесь. Ориентировочно метку поставить. Solid 5 примерно. 70. Азимут примерно 70. А это говорит 2-1, мы можем двигаться? А кто стреляет? Да, может. Вижу в лесу. Разрешите обработать лес. Давай. Дальний, да. Да, наблюдаю уничтожение противника. Так, это АЭС, мы вступили в контакт, уничтожили противника. Чё, молодцы, давайте дальше работать. Так, БТР, по-моему, противник был указан поближе, именно в лесу, примерно на 60. Там, где я работал, два пеха было, Владимир работал. Подтверждаю, два пеха двигались в обратную сторону леса. Отметки. Давайте, как хотите. Так, принято, значит, а как будем действовать сейчас? БТР правильно встал на позицию, значит, с ним остается один человек, который будет прикрывать ему тыл. Это гранатометчик или помощник гранатометчика, я не помню уже там кто. Вся остальная группа, значит, по одиночным деревьям на восток, по кромке карты. Значит, давай, дозор, отправляйся на восток, по одиночным деревьям, по кромке карты. Солид, я РПГ. Чего? Меня РПГ в БТР положить его? Не надо, с собой потащишь. Пулемет на расчет прикрывать, дозор. Сейчас дозор будет перемещаться. Дозор, вы где, я вас не вижу? А, вижу. Да не совсем по кромке, чё вы так тупо-то? Чуть левее, видите, сколько, блин, деревьев чуть левее. Чуть левее, вот. Альфа 2-2, чё у вас там с контактами? Альфа 2-2, выйдите на связь. Альфа 2-2 на связи. Так, отработали на по восточному лесу. Бойцы сейчас ведут бой. Вдоль вот метки этих стоят. Посадок. Принято. Альфа 2-1, вы закрепились на своем первой метке. А говорит 2-1, мы подбегаем к своей позиции. 1-2 на метке.
Мучача, моя синяя метка, там бойцы заметили врага. Если у вас получится обойти, работайте, давай вниз, потому что мы сейчас в девятой зоне, пожалуйста. Тебе будем. Чуть-чуть вниз принято. Спустись по кромке карты на, до следующего холма. Принял вас. Значит, особое внимание на северо-восток. Там в деревьях должен быть в березках где-то противник. Дозор, нам на холм подниматься? Да, дозор, закрепиться на холме, дальше не идти. Пулеметный расчет на холм не поднимается, контролирует север, северо-восток. После остановки дозора. Сейчас двигаемся. Так, БТР, с тобой рядом кто-нибудь есть? Из прикрывающих, прием. А, никак нет. Какого черта? Ладно, лично я буду вас прикрывать. Зорн, закрепились на холме. Метку принято, обновили. Пулеметный расчет, стоп. Принял, метку обновили. Так, значит, ребят, сейчас мы попытаемся прорваться на в лес. Так. И идти дальше по кромке карты в атаку, короче, примерно так будем действовать. Так. Давай, БТР, вперед. Арис 2-1, мы заняли свою позицию. В дереве, видишь, там два дерева стоит. Вот туда вот встанешь. Так, вести наблюдение, наблюдение вести. Из-за холма, БТР, не выезжай пока, стой здесь, извините. Соль, это коробочка, сзади еще Альфа, идет отряд наш. Один, два, на принял, спине. Принял, ожидаем их здесь. Так, как закончить, короче, с врагом, я вам поставил метку 2. Это разведчики. Выбегайте туда. Принято. Только проверим. Так, Солид, что у тебя там? Мы закрепились на точке S Фирин. Фирин. Принято, особо не спешите, давайте ходите в лес. Я вижу, сзади нас идет, западнее нас, своя разведка. Мы сейчас их дожидаемся и идем на восток. Так, разведчики пошли чистить юго, северо-восток. Кстати, приняли. Так, Альфа. Это нам сыграет на руку. 1-2. Он двигатель или ты просто комментируешь? Не, я просто комментирую, чтобы вы знали. Чуть-чуть не выдали. Не, вы дозор называетесь, а не разведка. Так, ребят. Короче, смотрите. По своим БТР работает. Дозор. Отправляйся сейчас на кромку карты на 120 в кусты. Выполнять. Пулеметный расчет, вести наблюдение. Подняться на холм, который вы сейчас не поднялись. Наблюдать разведчиков. Наших. Так, метка ТФН Сталевар, противник актуально. Соль, это коробочка, разреши подняться, лесу повыше. Да, повыше, поднимайся. Так, пулеметный расчет. Помощник пулеметчика наблюдает север. Северо-восток. Там у них контакт нет. На связи. На связи. Блин, на связи. Пулемет, какого черта ты так вышел открыто? Север, не наблюдаете нас? Наблюдаем. Ну-ка, мы восточнее полюса поднимаемся. Принял, вижу. Видел, точнее. Взор, закрепились в кустах. Принято. Поставьте на себя метку. Значит, сейчас дозор. Сейчас приедет к вам наш бетер. Значит, пулемет на расчет. Давайте, короче, к дозору. Альфа 2-2 переправились.
Бегом, 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 быстрей. БТР вперед. Как только БТР выйдет на позицию, дозор отправляется четко на восток до кромки леса. Закрепляется, докладывает. Блин. Дозор достигли. Давай, давай, выезжай. На 80. Так, БТР аккуратно, в лесу на севере где-то есть свои, группа своих. А, я наблюдаю их, пропускаю, они... Принято. Повторите. Так, дозор, вперед на восток. Каких передач сейчас не было? БТР, давай вперед на холм, чтобы наблюдать восток, быстрее, дозор надо прикрыть. Тут, в принципе, пустыня, блин. Пулемет на расчет, беги до кустов на восток. Принято. Так, это отделение всем командирам, давайте отделение, быстрее движемся, у нас восток. Ограничение на 45 минут все же есть. Далее до кустов, прием. Да, за, блин, вдвоем за одним кустом не стойте, блин, дебилы. Так, дозор закрепился в лесу-то? Так точно. Пулемет на расчет, к ним бегом марш. БТР на восток, по кромке карты, в лес. Значит, дозор обновит на себя метку. Обновили. Значит, приготовиться всем к ближнему бою, возможен контакт, мы уже близко. Это коробочка, там слева подходит еще наши, метров 100 от нас. Принято. Подтверждаю, слева союзники, союзники. Принял, принял. За пределы карты не выезжай, там где трава кончается, туда видать либо нельзя, либо еще что-то. Но лучше не едь. Пулемет на расчет, вы не потеряли наших дозоров? Нормально, не наблюдаем. А, мучача, а куда? Вы, вот вы куда смотрите, мне интересно. 1-2-2. У вас какая задача? Прикрывать как дозор. И вы все время ее теряете, блин. Альфа, 1-2, на связь. Так, дозор отправится на кромку леса, сейчас поставлю метку. В принципе, его и так видно. На восток отправляйте по кромке карты, блин. А, 2-1 на восток. Связи. Пулемет на расчет то же самое, только держаться 2-1, левее, чуть-чуть левее. Давайте продвигайтесь в сторону триггера. Винтом, альфа, 1-2 на связь. Повторяю, альфа, 1-2 на связь. Да, разведку нашу. Вон они бегут. Дозор, выполнять прием. На 120. Альфа 2-2, на связь выйдите. Альфа 2-2 на связи, метка актуальна. Вы там трупы Альфа 1-2 не находили? Нет, у нас здесь никого нет. А, принято. У нас Альфа 1-2 не выходит на связь. Давайте сдвиг сделаем. Двиг приняли. Крепился на кромке. Прием. Прием. Слышно, слышно. Спецназ на ДВ. 2-1 на ДВ. Так, Фирин, отлично. БТР, выдвигаться на точку Фирин красный, быстрее. 1-2, 2-3, 1-3. Давайте выдвижение на метку 3. Будем штурмовать сейчас. Как приняли? Стас принял. Пулемет на расчет. Вы где? Там же, на кромке? Да, там же. Принято. Задача БТР контролировать следующий лес, вот этот.
Следующий, там уже все, там уже контакт должен быть 100%. Значит, БТР из этого леса пока что не выкатываешься никуда, иначе тебя там убьют. Наблюдай лес противоположный на востоке. Наблюдай. Так, внимание, БТР! БТР! По твоему движению на 100, противник! На 100, на кромке карты! На 100! На кромке сидит, в лесу! Так, альфа 2-1, альфа 2-2, давайте движемся на... Уничтожен! ...свои вейпоинты. Уничтожен. Блин, с кем БТР воюет? Это, блин, там был противник. На кромке карт. Так, пулемет на расчет, быстро к БТРу, прикрывать его, быстро. Так, пулеметчик кроет. 2-1, помощник пулеметчика кроет, короче, на 90 ровно. Кромку карты, прям кромку вот леса этого, справа от БТРа, который. Пулеметчик кроет левый фланг от БТРа. Значит, дозор на связи. Связи. Под прикрытием БТР, короче, держитесь правее леса, не хвойного, а лиственного. Давайте на 80 вперед. Сварок, ну ты ляг хоть, я не знаю, или сядь. Так, БТР особо здесь нет, не дергайся. Союзник. Да, там союзники. Вот там возможен контакт, там был уже контакт. Круг кромки, проверяем. Так, да, гуляйте исключительно по кромке сейчас, пока что. Не входите в основной лес. Ваша задача дойти до конца этого леса. Сюда альфа 2-1-2-2, на связь не выходили. Значит, при контакте, дозор при контакте, сразу отходите, даете наводку БТР. 2-2 на дальний. Принято. На 2-2, продвигайтесь на свой поинт. Принял вас. Свои могут быть. Форма американская была, и гранатомет американский. Ферин, ты живой? Ферин, прием. Да, нормально, нормально. Гранатомет на себя. Контакты, пока не наблюдаем никого. Да, Солид, видели гранатометчик, американец на 90 ушел за холм прям. Принято. Ферин, давай, твоя задача его уничтожить. Правее берем. Альфа. Правее, 2-1. Да, прям на кромку на уходи. Дальний. Альфа 2-1, выйдите на связь. Если что, оптику дарю. Так, внимание, пулеметчик вражеский на 40 где-то. Альфа 1-3 и альфа 2-3 начали штурма. Ферин, возможно, очень близко, ты его наблюдаешь? За холмом, заходи.
Так, всем Рома на север. Так, Фирин, срочно назад. Назад срочно, в тылу противник. Сталевар, у вас только БТР в этом лесу или пехота есть? Солид на связи? На канале. Солид на канале, прием. Там по своему СПН не стреляли? Не знаю, я стрелял в район белого дыма. Так, в районе белого дыма спецназовец. Вражеский, вражеский спецназовец. Быстрее, назад, быстрее, тупо назад отходите. Назад на меня идите, видите, я стою, на меня бегите. Дозор, дозор, я вам говорю. Вот теперь направо, направо идите в эти, в ёлки. И вы его там обойдете. Видите, куда я стреляю? Он там. Наблюдаете? Наблюдали. Так, давайте, давайте. Солид, направление северо-восток. Старайтесь особо не стрелять, под нами летает. БТР отработал? Солид, над тобой был, опять убежал за холмик, блядь. Я понял, понял. Наблюдай. Принял. Деревья мешают нормально пробить туда, не пробивает снаряд туда. На 80, впереди нас кто-то с ГП стрелял. Метров 300-400. Так, дозор, вы двигаетесь, нет? Двигаемся в синей территории. Обновлюсь. Не надо обновлять метку, не надо. Ищите противника. Вон он, я его вижу. Да как с этого калаша стрелять-то, я понять не могу. Он перекатывается. Внимание, на метке стелс-лагерь ВП-2 находится мое отделение. Аккуратно. Перед живой? Контакт был, не знаю. БТР, быстро ко мне! Солид, повтори! На ко мне, быстрее, на восток! Винили, едем! Давай, давай, быстро, со всей дури жми! Перед где? Солид на месте, сзади тебя. Принято, смотри, за мной сейчас выбегаешь, за мной едешь. Слева, слева будет контакт, слева в лесу, ищи противника, слева сейчас вот тут откроется видок хороший. А я тебе, блин, фронт прикрою. БТР, стоп, вот здесь слева где-то враг должен быть. Покатайся там, вперед чуть проехай. Налево туда, вперед чуть проехай, там откроется видок очень красивый. Налево, говорю, а не за мной. Налево выйди, посмотри, что там. Митяй, прием. Да. На связи. Смотри, там выезжать. Вперед. Ну, вперед, да, там, посмотрите. Меткин, еще контакт на где-то возле синей точки.
Пулеметный расчет здесь же? Где дымы, белые дымы, там был противник. Все время быть рядом с БТРом, все время. Пулеметный расчет, все время с БТРом рядом. Понятно. Кирин, отработаю ГП по дыму. Отдавай это, я отойду, работай. Чуть дальше, дальше дыму. Значит, отсюда противник примерно на 40. Так, дальше, за территорией. Дозор, вы живы? Кирин, жив. Я, походу, работаю. Я жив. Назад отойдите, не вязывайтесь. Одиночный рассыпан. Дозор, чуть назад отойдите. Не, отхожу на метку обратно. А на метке красный фирин, там два контакта. Туалет, прием! На связи. Короче, кто-то в виде птички прямо у меня перед хрен с ней, блин, ты БТР прикрывай. На связи. Стоп на связи. Туалет. 15 мы на южной метке, про единичной цели противника тут. Уничтожаем как можем, отделение особенно, походу, попало на связи, в перестрелку. Вы на какой азимут ушли? Я отвалил. Ну вот сейчас налево и вперед. Вот я тебя вижу, ты с гранатометом? Нет, я с калашом. Кирин, ты отошел? Кирин. Фирин с гранатометом, нет? Грязный Митяй. А, Митяй. Фирин, прием. Так, понятно. Метрах 100-150, передо мной противник. Понято. Так, все, вижу вас. Чисто на связи. На связи, ведем бой с противником. Единичные цели, полис. Вот. Толик, ты давай тоже, не халтурь, наступай. Фирин, прием. Огнем, прием. Понял, отойди чуть-чуть. БТР слева. Обзора нет слева, вообще никакого. Скат, блядь, вниз идет. Я не могу обзор видеть. Понял, смотреть понял. Туда вообще. Мы сами тут проконтролируем. Сварок, ты живой? Сварок, прием. Так точно, прием. Ну все, типа тебе стрелять перестали, слава богу. Так, кто выжил из дозора к Беттеру, давай. Принял, Митяй. Внимание, это 2-2, начинаем штурм восточной высоты. Принято, давайте. Солид, давай подтягивайся на высоту. Да я уже здесь, на точке почти, ну. Все принято. Так, видишь, куда БТР смотрит? Не смотрит, а в какую сторону он стоит. Вот в ту сейчас пойдешь. Митяй, давай туда двигайся. Принял. Да, там есть свои. Там
солид на холмике вверху, да, как мы стоим, немножко левее нас, где-то на северо-востоке, там разведка наша была, я видел пару тел. Я понял. Сварог, встань справа от БТР и контролируй, значит, все, что связано с, значит, 100-140, где-то так. Понятно. Так, задача занять синий маркер. Сейчас я тоже подхожу. Честь, как у вас там дела? В принципе, хорошо, поотстреливали немножко противников. Солид, это коробочка, нам ждать? На восток, на следующий. Да, да, вам ждать, вас надо прикрывать пока что нас. Как принял всем? Все принято, давайте. Солид, дозор, двигаться, подвигаться дальше. Сейчас, сейчас, погоди. Дозор, да, если ты в триггере, то все, стой. А тут написано же, должно быть больше 5 человек. Меньше 2 оборона. Просто контакт не было. Я рядом, не контакт ближний. Кинул гранату. Так, это... Минусанул? Нет. Гранат кинул еще одну. Подожди. Вот теперь попал. ТСПН, я думал, мы вернемся. Кого, на тот тебя? Триггер еще раз. Подожди, подожди. А он там, что ли? Принято. Да, тут у нас тут группа. Штаб. Блин, я кинул дымовую. У меня патронов мало, вот в чем проблема. Тап на ДВ. Давай справа обойдем. Спускайся чуть вниз и вправо. Всем внимание, я взял вражеское оружие. Как поняли? Добрым. Чей дым? Стаб, на ДВ прием. Это мой, что ли, так? Офигенно. Внимание, у кого есть экипаж БТРа без колес? Митяй, прием. Да. Обходишь справа? Да, понялся. Командир, я повторю вопрос, или я сравняю этот БТР сейчас? Там кто-то был БТР? Да, это был, блядь, на крае карты, тут гранатометчик, сука, ползает. Ты его снял? Так точно. Принял. Так, наблюдаю нашего бойца погибшего. Сейчас бегает на 130, прием. Стоять. Принято. Так, свои сейчас ПСП. Так, минус. Принял, молоток. Солид на связи? На канале, прием. Походу вы сейчас стреляли. Может, вы расширите скин, ребят. Че, френдли что ли? Френдли фаер? Вот только что калаш стрелял со своим. Ты че, своего убил что ли? Нет, вот рядом. А, рядом? Вот. Нет, не мы-то стреляли. Тут свой убил противника. Значит, там был противник, мы просто в линии огня были. Натовская морда. Так, давай дальше обходим справа, дальше, дальше, справа. Так, БТР, постреляй по высоте чуть-чуть, просто так. Все, хватит.
хватит. Тебе говорят, хватит. Это враг был? Твою мать. Так, на точке есть свои на западной? Разведчики, прием, есть свои на западной точке? Солид, мы на своей метке сейчас находимся. Так, по вам, возможно, я сейчас только что стрелял с вражеского оружия. Одного пиндоса я убил. Ты сейчас стрелял с эмки? Да, с эмки. Одного пиндоса я убил, одного вашего ранил. Ну, заебись. Ранил! Сыва, 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 прием! Уходи, уходи, блядь, на... вперед, вперед, вперед! Другого. Че у вас там, прием? Один труп. Я надеюсь, противник? Нет, наш. Противника не наблюдаю. Все, все отставить. Свой, все свои, 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 свои. Ставить пока. Здорово, разведка. Ты его смотри, кого убил. Кого я смотрю? Ну где? Меня ранил. Я ранил. А форма-то какая похожа на пиндосовскую. Вы потом на видео посмотрите. Сейчас вылечу, не боюсь. Извиняюсь. Это Сурпат, Солид. Кто это? Это Сурпат, а у них мультикам. Так, короче, значит, надо, давайте, назад, короче, надо, я понимаю, у нас с тыла противник там был, вот, где БТР наш, на 300 примерно. Погодите, а почему триггер-то не засчитывается? Так, 300, осмотрим отделение, и все. Ребят, извиняюсь, о, реально, не узнал. Толик, у меня боткал на западе противник. Блин. Ура! Слава ВДВ! Беда! Так меня только начали стрелять! Нас обошли. Так, я готов. Блин, а кого я убил? Неизвестно, ну ладно.